Пистолет. Спустя годы после кровавых событий в доме слепого ветерана, Норман наконец обрел покой и утешение, уединившись в глуши, воспитывая девочку, уцелевшую в страшном пожаре. Но даже в глуши от прошлого не убежать. Ребенка похищают, и старику ничего не остается, кроме как отправиться на поиски. Похититель должен понести наказание. Это прямое продолжение первой части «Не дыши», тепло встреченной зрителями. Следует кратко напомнить события первого фильма для более полного понимания сюжета. В дом слепого ветерана вломились грабители, с которыми хозяин дома жестоко расправился. Лично мне напомнила историю с норвежским музыкантом, который поймал грабителя у себя дома и отучил преступника от повторения подобного весьма своеобразными методами в стиле своего жанра, так сказать. Казалось бы, продолжение фильму не нужно, но, видимо, кто-то захотел денег, а значит продолжению быть. Из трейлера можно понять, что главный герой теперь будет положительным персонажем, желающим лишь мести за совершенное преступление. Пожалуй, оставлю этот фильм для домашнего просмотра, все же режиссерский дебют.